На очередном заседании Нижней палаты парламента заслушаны и приняты к сведению ответ директора Агентства по развитию медико-социальных услуг на парламентский запрос Законодательной палаты относительно работы по оказанию медико-социальных услуг пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите. Информация о деятельности комиссии по делам молодежи. Также депутаты приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 15 о регламенте Законодательной палаты Улема Чиса Республики Узбекистан. Комментарий эксперта далее. На данный момент внедрен порядок использования преамбулы закона, который предусматривает внесение изменений и дополнений в акты законодательства. Но между этим не был уточнен порядок обсуждения преамбулы депутатами и голосования за него. Данный законопроект предусматривает внесение изменений в закон о регламенте Улема Чиса Республики Узбекистан, который предусматривает не только обсуждение депутатами, но и порядок голосования за преамбулу. Данный законопроект позволит раскрыть суть принимаемых законов для населения простым и доступным языком.